Возникла проблема с Айкосом. Не заряжался. Разобрали его. Разобрать получилось без распиливания. Все вот эти вот металлические трубочки остались целыми. Для того, чтобы разобрать, нужно замочить в изопропиловом спирте. И откиснет клей, который находится вот здесь сзади. После того, как аккумулятор зарядили, начал мигать красный светодиод. Проблема в том, что обрыв произошел внутри нагревательного элемента. Но этот нагревательный элемент поменять возможности нет. Что делать в этом случае? Для этого нам понадобится паяльник и стик. Берем стик, надеваем на паяльник. И вуаля! Нам не нужен никакой Айкос. На самом деле, для мобильности можно будет использовать и аккумуляторный паяльник.